Друзья, всем привет! Сегодня я далее продолжаю рассказывать про отличный проект Лаврика. Это проект цели бронирования отелей, повторюсь. Итак, что же мы узнаем сегодня в третьей части? Это будущее онлайн бронирования путешествий. Абсолютно нулевая комиссия, автоматическая функция резервирования, совместимые точки лояльности, способ оплаты фиат и через криптовалюту и действует во всем мире. Автоматическая функция резервирования. Проекты совместимы точки лояльности. Действительно, оплата может производиться как фиатом, так и криптовалютой, что является действительно удобно для обладателей криптовалют. Ну и действует, естественно, во всем мире абсолютно. Так, детали токена. GoToken — это цифровой токен или виртуальная валюта, предназначен для облегчения транзакций на платформе GoEurica для покупки, для бронирования номеров, гостиничных услуг и разблокировки ряда других преимуществ и вознаграждений за путешествие. Так, токен Utility, стандарт ERC-20, токен для продажи 600 миллионов токенов, в общем, все непроданные токены будут сожжены, это действительно отлично, что укрепит цену токена, укрепит сам токен, в целом стоимость токена 10 долларовых центов, вот, хардкап 60 миллионов долларов, проект принимает эфириум, биткоин и доллар в США, и ограничения по странам США и Китай. Вот на данный момент есть 5% бонус. Заканчивается через 7 дней 11 часов. Можете присоединиться выгодно уже сейчас. Что же касается распределения токена, то мы можем видеть на экране. Действительно все продумано, все отлично. Распределение. А также можно видеть по, по отраслям, по маркетингу, по легализации, на операции, на безопасность, в целом на развитие. Действительно все продумано, все отлично, по-моему. И, заслуживает вашего внимания, доверия. Вот. В целом проект очень хорош, по-моему. Это действительно отличный проект с огромными рейтингами. В целом с хорошей идеей, которая упростит действительно и путешествия, и бронирование отелей. И действительно это поможет делать выгоднее, чем на данный момент есть это. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Увидимся в последней заключительной части моего видео обзора на отличный проект GoEurica. Пока.